Дорогие друзья, сейчас у нас на трассе со знакомительным проездом участники класса «Взрослые 2», которые буквально через несколько минут будут стартовать в рамках всероссийских соревнований чемпионата мотоциклетной федерации России. Первый заезд у них, и мы готовы познакомить вас с участниками заезда. Итак, после квалификации на первой стартовой позиции будет находиться представитель Нового Уренгоя Павел Орешков, на второй позиции представитель Альметьевска Павел Колотовкин, на третьей позиции еще один альметьевский гонщик Евгений Бухвостов, далее на четвертой позиции стартует Максим Мильников из Ижевска. Ну а пятую и шестую позицию представители Альметьевска Артем Брагин и Динар Завалов занимают. Павел Орешков представляет у нас Новый Уренгой и спортивно-технический клуб «Факел». Максим Мельников из Ижевска выступает лично, а все остальные наши альметьевские гонщики представляют спортивно-технический клуб «Ультиматум», одного из организаторов, главных организаторов этих соревнований. Клуб, который делает многое для развития в нашем городе именно технических видов спорта, экстремальных видов спорта, и который является тем фундаментом и опорой, на котором держится данное движение в нашем городе. Через несколько минут будет старт. Все внимание сейчас стартовый створ, где гонщики согласно своих стартовых позиций располагаются. Итак, дорогие зрители, под номером 49 Павел Колотовкин, под номером 63 Максим Мельников, под номером 77 Павел Орешков, под номером 700 стартует Артем Брагин, 800 номер у Динара Завалова и 990 номер у Евгения Бухвостова. 6 спортсменов в классе «Взрослые 2» готовы стартовать. Итак, заводится техника, все внимание на стартовую судью. Ну и, конечно же, зрители вновь очень внимательно смотрят и наслаждаются, достав свои гаджеты за стартом гонщиков. Итак, старт. И первым из-за гаража выходит Павел Орешков, представитель Нового Уренгоя, лидер квалификации. С самого старта он делает заявку на лидерство. Преследует его гонщик под номером 49, это Павел Колотовкин. Mm-hmm.
Два Павла у нас впереди. Далее на третьей позиции Динар Завалов. Вообще за 4-5 позиции очень упорная борьба идет. Завалов немножко впереди, но обходит, пытается обойти его Евгений Бухвостов. Первый круг проходят спортсмены. Уверенно ушли вперед два лидера у нас. Это Павел Орешков и Павел Колотовкин. Все остальные спортсмены заметно отстали по итогам даже первого круга. Соответственно, увидим мы, наверное, их локальную борьбу, а основная борьба за лидерство будет у нас между двумя Павлами, представителями Нового Уренгоя и Альметьевска. И Орешков пока уверенно лидирует. Полторы секунды разрыв у них, буквально чисто символический. Все остальные спортсмены уже в районе 10 секунд отстают от двух лидеров. Пытается Вячеслав Колотовкин подбодрить своего сына, заставляет его активнее вести борьбу, атаковать лидера, заставляет ошибаться Павла Орешкова. Стоит, конечно же, сказать, что Павел Колотовкин в последние дни испытывал определенные недомогания. Все-таки вирусы не обошли его стороной. Постарались врачи Павла вывести в оптимальном состоянии, конечно же, к нашим соревнованиям, но все равно, безусловно, это влияет на альметьевского гонщика. Несколько увеличился отрыв Орешкова. Менее 6 минут у нас до окончания первого заезда в этом классе. Зато очень интересная борьба идет за 4-5 позицию, за 5-6. Буквально секунды разделяют гонщиков. И за этим тоже очень интересно наблюдать. Опять же, помня о том, что есть командный зачет, а значит, надо биться за каждое место, вне зависимости, первое оно или шестое, или пятое. Чуть-чуть наращивает отрыв Павел Орешков от Павла Колотовкина. Показывая лучший круг. Орешков продолжает уверенно держаться в лидерах. Однако нужно понимать, что любая ошибка, любая мелочь может сказаться на итоговом результате этого заезда, потому что Колотовкин рядом. Колотовкин старается держаться на
том расстоянии, которое позволит ему атаковать в любой момент. И исходя из того, как завершились у нас первые заезды в классе юноши и взрослые, мы помним, что даже отрыв 5, 6, 7 секунд не позволяет расслабиться спортсмену. И мы видим, что Павел Колотовкин вплотную приблизился к Орешкову и уже старается по внутреннему радиусу обойти. Но не всегда это позволяет успешно провести маневр. И Орешков остается у нас лидером этого заезда. Кстати, Павел как раз безоговорочно стал победителем соревнований в декабре на открытом чемпионате города Новый Уренгой. В обоих заездах он победил. И поэтому ожидаемо, что и на наших соревнованиях он в этом классе является одним из фаворитов. И пока этот статус подтверждает. Впрочем, Павел Колотовкин меньше всех, по-моему, здесь согласен с этим и старается догнать своего соперника, однако сейчас чуть было не потерял управление Павел над своим снегоходом, выбросил его после прыжка на трамплине из седла, но смог он все-таки мог остаться на трассе, продолжить гонку и продолжает преследование Орешкова. Логично, что увеличился отрыв между ними после неудачного действия Колотовкина, что, в общем-то, не критично, хотя осталось чуть более минуты первого заезда, потом еще плюс два круга будет по команде судей, но все еще возможно. У нас на трассе внимательно смотрим. За лидерами. За Лава, Брагин все-таки уже подотстали. Абухвостов с Мельником ведут борьбу за третью позицию. Здесь же тоже решается судьба призового места. И Евгений пока удерживает третью позицию. В общем, сейчас на трассе ребята располагаются согласно тому, как они прошли квалификацию. Орешков на первой позиции, Колотовкин на второй и Евгений Бухвостов на третьей позиции. Сейчас пойдут уже лидеры на два последних круга по команде судей. Смотрим внимательно. Колотовкин опять вплотную приблизился к Орешкову. Но все-таки чувствуется запас прочности у новоуренгойского гонщика. Особо не обращает внимания он на атаки Колотовкина. Делает свою работу, делает то, что он хорошо умеет. И это позволяет ему удерживать лидерство в этом заезде. Напомню, что лишь два заезда в этом классе будет, поэтому это уже серьезная заявка на итоговую победу. Остался последний круг у нас у лидеров. И Павел Колотовкин предпринимает решающие попытки все-таки хоть как-то помешать Орешкову удержать лидерство.
И, по-моему, все-таки Колотовкину удается обойти. На последнем круге, да, обошел Павел Колотовкин Орешкова. И смотрите, какая интересная борьба у нас идет. Очень интересно. Буквально по корпусу Павел Колотовкин выигрывает у Орешкова. Смотрите, как активно атакует его. Вытесняет просто Орешков Павла с трассы. И это позволило ему обойти своего альметьевского соперника. Не знаю, как оценит эту атаку судейский комитет. Насколько обгон был выполнен чисто, это уже решать именно судьям. Ну а пока мы видим, что финишный флаг первым перед собой увидел Павел Орешков. На второй позиции заезд заканчивает Колотовкин. Извиняется Павел Орешков перед Колотовкиным. Не знаю, что там решат судьи. На третьей позиции у нас был Евгений Бухвостов. Посмотрим, как закончится в итоге этот заезд. Ну и мы все в нетерпении и в ожидании решения судейской коллегии по итогам борьбы на последнем круге двух лидеров, двух Павлов, Орешкова и Колотовкина. Пока предварительные итоги таковы. Павел Орешков на первой позиции, Колотовкин на второй, Евгений Бухвостов на третьей позиции, Максим Мельников на четвертой, Артем Брагин закончил пятым этот заезд, и Динар Завалов на шестой позиции. Сейчас у нас с вами предстоит технический перерыв. Будет подготовлена трасса для продолжения наших заездов.